Всем привет! Мы давно не снимали никаких обзоров на наши покупки. Нам просто некогда было. Сегодня у нас сумма побольше, поэтому, думаю, надо снять. Но, в принципе, это ничего нового. Мы не очень-то любим новые продукты покупать. Покупаем то, что нам нравится. То, что мы уже привыкли к чему. Так, что мы купили? У нас, значит, мелкие очень любят вот такой вот корм сухой с молоком. Когда колечки, когда всякие динозаврики, в этот раз дельфинчики. Так, хлеб белый, полбуханки хлеба черного, крупа для собаки, нам рис простой круглый, рис пропаренный, макарошки, как же без них? Велено на них выживать. Так, и крупа, вот еще мы любим кашу кукурузную. Остальные крупы у меня пока есть. Молоко, мы тоже привыкли вот к этой марке молока. Не посчитайте за рекламу. Но оно не пахнет силосом. Мне нравится, что у него запах такой нормальный. Так, потом что еще мы взяли? Кошакам взяли. Это вот по таким ценам у нас идет. Вот, 49 рублей за килограмм, куриный набор для супа. Ну, мы кошкам варим кашку. Грудку взяли куриную. Так как мы сегодня оба с работы и готовить особо некогда, поэтому мы котлетки взяли вот так, полуфабрикатом. Это говяжьи, это мы в Адмирале покупаем, те, кто у нас в нашем городе живут. У нас два магазина Адмирал, один на ЗЛК, а другой на молокозаводе. В общем, мы вот в тот ездим, который на молокозаводе. Нам там больше нравится. Так, заливное. Сергей Витальевич себе на работу. Дальше что? Творог. Духовки у нас пока еще нет, поэтому сырники сделаем. Так, салат винегрет. Сами мы его уже сейчас редко делаем, потому что нужно сразу и банку огурцов открывать. Они у нас большие. В общем, нам проще купить. Конечно, мы переплачиваем, но у нас нет цели вот пока сейчас уж сильно экономить. Если будет такая цель, то да, мы будем экономить. Масло сливочное. Тоже, кстати, оно так себе, это масло. Так, колбаса. Да, мы едим колбасу. Мы едим вредную еду. Колбаса. Ветчина мраморная. Ну, для меня это колбаса. Так, дальше. Наша любимая кубаночка. Сейчас то я закрываю свет. Это икра кабачковая. Еще раз повторяю, что мы домашнего производства икру кабачковую не любим. Никто. Нравится нам вот фабричная. Печенюшки детям в вазочку. Это именно сегодняшний вечер. Завтра что-нибудь другое посмотрю. Дальше вот такое эрмигурт взяли, пудинг. Так, побаловаться. Но это для взрослых. Маленьким я взяла вот такой фруктис разный. Он 8% идет. Им нравится. Вкусненький. Дальше. Вместо конфет я им вот такое взяла дело. Сейчас прочту. Кумкват написано. Я не знаю, правильно они его написали, неправильно. Кумкват. Не фокусируется у меня. Вот. На 56 рублей. Ну, это вот на один раз им. Дальше сыр. А сыр акция. Аж 399 рублей за килограмм. Как не купить? Львиное сердце. Но, кстати, вот то, что мы берем львиное сердце в Ашане. И вот это львиное сердце. То, что Адмирал возит. Как небо и земля. Совершенно разные сыры. Ну, видимо, производители разные. Тот сыр прям хочется есть. Наверное, там добавлены какие-то добавки. Здесь обычный сыр, скажем так. Дальше сахарный песочек. Меня сейчас поправляет сахар. Мы привыкли говорить песок сахарный. Вот с детства говорим, что сахарный песок. Дальше киви. У нас Никита приехал. Приехал болеть. В общем, мы ему... Удар по организму витамином С.
киви, лимоны, чай с лимоном. И там в аптеке кое-что показывать уже не буду. Говорят, лекарства нельзя показывать. В общем, я не знаю, что можно показывать, что нельзя. Конфеты можно показывать? В общем, вот такие мы взяли. Один пакетик Сергей Витальевич себе на работу возьмет. Он у нас тут хаешка. А другой вот мы на всех вечером с чайком. Это, по-моему, марсианка конфеты. Да, марсианка. Ну, так они средненькие. Мне нравится из них делать подарочки сладкие. Или в букетах, или тортики такие вот тематические. С чем-нибудь там, с носками или с чем-то. И конфетки вот эти, чтобы участвовали. Они яркие, красивые. Ну и на вкус так, более-менее. Так, и вот к шапкам еще. Взяли вот такое вот Феликс. Набор там. Три, наверное, пакетика. И плюс еще топпинг хрустящий. Это вкусняшка такая для кошек. Она, наверное, высыпается вот в это желе. А мы его отдельно им даем хрустить. И он в этот раз, такая дешевая цена, всего 29 рублей, ну, с копейками, ну, почти 30 рублей за вот этот вот наборчик. В общем, дешево. Обычно у него цена где-то рублей 50 с чем-то, ну, 60. Ну, вот, все, обзорчик такой небольшой. Ничего лишнего мы не покупаем. Все самое необходимое. Все говорят, что это жрать много не надо, чтобы худеть. Мы много не жрем. Мы в самую меру едим. Вот. С детьми экономить не получается никогда. В магазин мы ездим через день или через два. У нас нет закупок на неделю или на месяц. Мы такое не практикуем. Магазины все рядом. Вот. Но уж если что, будем практиковать и такие закупки. Это я на случай, если нам придется к чему-то готовиться, товарищи. Ну все, всем хорошего настроения. У нас сегодня настроение хорошее. Мы работали оба ударно. Приехали домой, дома шаром покати. Дети все съели. В общем, сейчас будем готовить. Всем пока-пока.